В рамках этого урока я покажу сразу несколько плагинов. Это Gribble модификатор и затем лента Моебиуса. Это объект. SGLOGO тоже объект и Spider объект. После их установки у вас появятся здесь вот такие объекты. Моебиус. Давайте посмотрим, что это такое. Это вот такая лента. Здесь плохо видно, лучше, наверное, сейчас я просчитаю, покажу, как она выглядит. Вот такая лента. Дальше SGLOGO. Ну, это обычная вот такая вот, не знаю даже как обозвать, типа трубопровода, что-то такое. Не знаю, может быть кому-то пригодится. И Spider. Я лучше создать в виде фронт. Я вот создаю точки. И создается вот такая паутина. Чтобы ее закончить, нужно нажать правую кнопку мыши. Но здесь мы посмотрим, если просчитаем, она у нас вот такая получается. Поэтому нужно применить к ней материал. Применим обычный материал и сделаем каркас. Вот чтобы получился такой материал. Теперь у нас будет вот такая вот паутина. Точки можем добавлять, нажав на клавишу Add Point. Также перемещать, если выбрать под объект Points. И удалять, нажав клавишу Delete. Здесь также есть еще настройки. Вы с ними уже сами поиграетесь, если вас заинтересовал этот плагин. А я перейду к следующему плагину. Сброшу эту сцену. Создам плоскость. И покажу модификатор Gribble. Он создает вот такие вот объекты на поверхности, то есть выдавливает их. Здесь мы видим, генерирует такие разные объекты. Можем какие-то убрать, какие-то оставить. Здесь еще всякие настройки. Можно сделать, типа, если вам нужно какой-то город издалека смоделировать или обшивку космического корабля, например. Можно видимость отключить, если поставить сюда галочку, но просчет все равно будет. Если, допустим, у вас много таких вот объектов. Хотел показать еще один плагин. Это Ego. Это типа конструктора Lego, который все знают. Но он у меня почему-то здесь не работает. Если я нажму на эту кнопку, то у меня программа просто упадет. Поэтому я его не буду включать в урок, просто для информации. На этом я закончу. Спасибо за внимание.